Вот так вот. Ну так интересно. Привет. Я не буду извиняться, что перебила разговор. Я намеренно это сделала. А тебе интересно со мной общаться? А, да, очень интересно. Да, может, ты со мной немножко пообщаешься? Это мне очень понравилось. Я гуляла в парке. Да, может быть, мы вдвоем пообщаемся, втроем все вместе. Да. Можем и пообщаться. Да, ты подсаживайся к нам. Ну нет, я хотела ближе к тебе. Да, зовут меня Адара. Адара, ух ты. Какое интересное имя. Интересное имя, да. Откуда ты, кстати? Сама киевлянка, но я целенаправленно шла к девушке знакомиться. Девушке знакомиться. Но я вот просто с мужчиной, и мы, ну, ничего, если и знакомимся, то все дома. Вместе. Мужчина может быть дома, а девушка гулять. Вот, на самом деле, мужчина, он продюсер, артист, вот, он снимает клипы. Вот, и может быть, если мы с тобой подружимся, мы могли снять клип вместе. Ну, не знаю, я сейчас... Адара, смотри, это хорошо, что ты шла к ней, да, о том, что действительно продюсер романтических клипов, вот, все такое, и если действительно, ну, как бы понятно, что это как бы моя девушка, да, и ты видишь, да, вот мы вместе, но если ты хочешь, как бы она тебе понравилась, ты хочешь поучаствовать в съемочке, ты можешь это, в принципе, продемонстрировать, ну, то, что ты действительно готова. Вот, если ты такая уверенная, у нас есть лезвие поцелуй в клипе, ну, покажи, как ты можешь. Я не буду ревновать, вот, к лезвие, к мужчинам ревную, лезвие, пожалуйста, покажи, как ты это можешь делать, и если покажешь круто, я тебя возьму тоже в клип на лезвие-сцену. Поскольку лесбиянки для меня знаю, это... девочка, готова. Пожалуйста. Только так, только давайте так, нет, вот именно в такой позиции. Я не буду мешать, только единственное, что когда вы целуетесь, примите, что в клипах, это я уже как продюсер говорю, надо не только страсть, но надо еще красиво задерживать момент. Вот когда вот вы там целуетесь, все надо вот немножко задерживать, потому что когда на камеру снимается в клипе, да, чтобы операторы могли взять ракурс. Поэтому, пожалуйста, когда вы делаете поцелуй, делайте это красиво, плавно, что ли, медленно, но по-настоящему. Пожалуйста. И активно.